Солнечные ребята живут и в приемных семьях. В Курске прошла традиционная встреча родителей, которые воспитывают детей, оставшихся без попечения мамы и папы. Сегодня в регионе таких семей около 2500. Взрослые обсуждали самые насущные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно. Заботы родителей, семейный бюджет, воспитание, обучение ребят. Сегодня вопросы внедрения инклюзивной системы образования в центре внимания. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны получить возможность учиться с обычными детьми. У меня тоже ребенок-инвалид, мальчик, ему 4 года. Вы знаете, я, в принципе, рада этому. Почему? Потому что мой ребенок ходит в общую детсадовскую группу. И хочу сказать, что благодаря саду, благодаря воспитателям и вообще этой общей группе ребенок научился, в общем-то, говорить. Но если бы он пошел, может быть, в специализированный сад, где были дети его бы уровня, может быть, да, там много специалистов, безусловно, занимаются с ними. Но, может быть, это было бы немножко... Затянулся бы процесс, да. Подобные встречи приносят свои плоды. Ждут результаты от сегодняшнего общения. Родители предложили ввести стимулирующие надбавки для педагогов, работающих с детьми-инвалидами.